Ребятки, время 2:00 ночи. Я проголодалась. Смотрела тут Викторию портфолио, как она в Дубаях отдыхала. Вот. И там столько жрачки показывают, что я захотела жрать. Ем свой салажик. Да-да. Тазик. Ем курочку. Немножко картошечки. Курочка, видите, у меня с чем? Холодное все ем. Так вкусно, вы не представляете. Ладно, спокойно всем ночи. Всем привет, ребятушки! Что с моей камерой стало? Что она так мудно показывает? Сегодня понедельник. На улице закат. Что-то качество мне не нравится. Какая-то непонятная дымка на камере. Заехали в магазин за хлебушком. Неохота было выходить. Супруг, короче, пошел. Заезжали в Доброцену, купила там, ну, консервы. Колбаску взяли опять, вот эту вкусненькую. Сыр хотела взять, сыр не понравился мне. Везде там сырный этот заменитель молока, что-то такое. Короче, состав не понравился сыра. Взяла я этот, сулугуни наш. Казахстанского производства. Палатки такие, как в Астане. Там только большие, у нас маленькие, овощные. Там, конечно, не протолкнешься в овощных палатках. Так, ребятки, привет-привет всем. Не знаю, как меня видно. Приехали с работы. Ой. Хочу сделать бутербродики. Переоделась в домашнее. Так. Еще нашла эти, как называется, варенички. Вареники с картошкой. Куда сварить, в чем они морозилки торчат. Так, что мы сегодня купили? Захотела вот такой икорный соус. Не знаю, нравится мне со вкусом лосося. Обожаю маслины. Беру их при любом случае. Готова каждый день кушать. Я не знаю, кому как. И взяли мы опять эту колбаску Черкизово. Помните, мне она как не понравилась. Вот тут без гамма. Отборное мясо, собственный ферт. Ребят, 16 ноября было, в день рождения внука, этот изготовлено 400 грамм, сколько она стоит, то ли 1300 тенге, балыковая по
черкизовский, вот она как называется. Изделие колбасно-вареное, копченое. Короче, нам понравилось, ребят, мясо там натуральное. А мне с виду, знаете, показалось, как будто вот это вот, что-то там, утки какие-то. Нет, хорошее. А что, кстати, производство? Вот очков нету, не могу. Состав мелко, но супруг мой читал, что там нету никакой курятины, никакого там мяса лишнего там, обвалочного всякого там. Короче, нормальная свинина и говядина есть. Ну, не без этих, конечно, не без добавок там. Вот. Ой, сейчас у меня сгорит же туда. Ну-ка. Точно. Что-то она у меня не выскакивать перестала. Нужно самим. Как-то хлеб это сделали. Смотрите, какой. Ну, что это? Будет сейчас это кусочки упадать. Так. И надо натирать сразу чесночком. Так, уже закипела вода у меня с солью. Закипела водичка. Так, надо вытяжку включить. При вытяжке, наверное, плохой будет звук. Да и с этой ходить мне. Как она называется? Неудобно. Готовить. Ручечки сейчас возьму. Так, спускаем. Так, сейчас посмотрю, меня там видать нет. Сахар купили. Что-то сахар у нас пошел. Вообще-то килограмм нам хватает надолго. Потому что не каждый день. По выходным бывает часть сахара мы пьем. На работе без сахара. Так, я посолила. Надо убавить. Опять я забыла про них. Вот. Сейчас нормально. Горячая вилочкой же надо брать. Вилочкой надо брать. Сейчас почищу чесночок. Супруг в гараж поехал, сына повез. Поехал туда ремонтировать свою машину. Что-то какой-то у него болт вылетает. В общем, привезли ему запчасть. Я вообще громко говорю, ну, чтобы слышно меня было. Не знаю, сейчас эту, если прикреплю, штучку, будет она таскаться за мной везде. Так, что там? Зато звук будет хороший. Мы сегодня ездили, искали штатив. Вот какую штучку я хочу купить. Выписать дешевле. Вот. Короче, посмотрели разные виды, от дешевых до, ну, таких более профессиональных. Мне одна понравилась, но там было для видеокамеры. А для телефона штучку отдельно надо покупать. Так, теперь как бы вас не уронить, потяну за ниточку. Вот. Что еще? Так, сколько мне сделать бутербродов? 3. Они же большие будут. Так, вообще хлеб у нас есть. Короче, вот еще сделаю парочку и все. И на завтра хватит взять, и сегодня покушать. Сейчас хлеб сюда положу. Вот, я про эту вам штучку говорила, что хочу штатив взять. Потому что вот эта лампа, она маленькая, не вытягивается у меня. Мне штатив нужен вот на уровне, ну, чтобы разговаривать. Вот так вот вниз смотрю, да?
Короче, вот такие у меня задумки были. Улучшать видео. И вообще так раз с собой взял штатив. Везде ходишь с ним. Поставил. Все уже у тебя наготовлено. Вот это вот тудым-сюдым. Тут поставил, сидишь, общаешься. Ну, штатив очень много значит. Вот. Так что придется, наверное, мне выписать. Понравился мне один, но он дороже. То, что я выбрала по магазину, который с которого выписываешь, аж на 4000 тенге. Но там идет чисто под телефон. Под видеокамеру уже нет. А вдруг я куплю видеокамеру? А этот, получается, на 4000 дороже. Ой, подождите. Ой-ой-ой-ой. Так, все. Уже забыла, какие промазала, какие не промазала. С чесночком. На улице такой ветер ледяной. Но сегодня, я смотрю, у нас дома жарко. Мне вот не холодно. Наладили, наверное, хоть немножко. Так, сейчас поджарю. Эти уже закипели сейчас. Сколько там? 3 минуты варится. Как называют? Вареники. Сварю, масло есть. Масло этот раз нам подсунули, маргарин. Чистый маргарин, ребят. Вообще тушите свет, конечно. Да, мне вот эту штучку еще надо, беспроводную, да? Достанем сейчас пельмешки. Кастрюльки меня отпустите. Про них забыла. Все. Вырубаю мою древнюю. Мой древний тостер. Печка моя. Ах, кто придумал вот за ухо хватать? Кто придумал? Ай, какая горячая. Там есть еще картошка жареная. Супик. Ну, супик я на работу сношу. Так, это будем кушать. Это, наверное, не будем. Так, надо приберечь. Достала вареники. Надо, наверное, прикрыть. Так, масло положила, чтобы они горяченькие были еще. Сейчас прикроем. Вся в этих проводах, как мартышка с гранатой. Так, ребята, у меня еще остался салат, капуста. Короче, доделаем салатик. О, видите, как звонит? Открыто! Месье Валет. Почему я добрила? Пришла и открыла, да прибежала. Ну, видите, как разговаривает со мной. Я тут ужин ему. И такое, и сякое. Твоя прямая обязанность. Такое и сякое. Ну, видите? Вот такой у меня муж строгий, строгий. Ни шагу назад, ни шагу вперед. Швабру мне купил, обалденную, сама выжимает, представляете? Мне еще сегодня полы мыть. Вот так и живем. Так, еще надо ингредиенты взять.
перчик взяла. Вчера по половинке. Так. Перчик все мытое. Только вот смотрите, он тут портится. Или такое она мне положила, порченый. Господи, два перца берешь, уже все равно хоть один, но порченый положит, а? Ничего не уследишь. Уже думаешь, за такие деньги берешь нормальный перец, дорогой. Это я за прилавочный перец не сама выбирала. Она мне вот такой наложила, с червоточиной. Видите? По-хорошему вообще этот перец полностью надо выкинуть. Когда какая-то гниль уже идет, это уже все, это продукт уже нехороший. Ну, а мы сожрем. Что делать? Сожрем. Знаете, некоторые, у меня вот знакомая, денежная женщина. У нее, знаете, как сказать, вот бывает у человека образование, кот наплакал, да? Но с деньгами, вот, ну, прет, понимаете, прет деньги, прут. И одно время, экономная, да, у нее всегда были налеплены вареники. Я вареники сварила, сейчас салат сделаю, тебя позову. А ты будешь это делать? Я его нажарила. Или не будешь? С чего? Ну, ты как, что, там полно рыбы всякой. Ну да. Шпротины не будешь есть? Ну, будем делать, нет? Бутерброды. А? Ну, надо было. Ну, сделаем с Кириллом. А для чего я тогда нажарила их? А для этой будем. Вот с эту будем есть, да? Можно. Зачем? Ну, вот я взяла. Корный соус. Ладно, тогда не будем сегодня делать эти с огурчиком. Не праздник же. И мы вдвоем. И мы вдвоем, но мы вдвоем. На-на-на-на-на-на. Че ты без настроения? Где моя? Кого твоя? Морозилки твоя. Молодец. Ладно, живи пока. Ой, так, капуста. Сейчас, девочки, мальчики, схожу за капусточкой я. Схожу за капусточкой. Он мне однозначно настроение повышает. Ой, ужин, ужин. Так, сразу что взять? Масло, чеснок. Ну, вот как раз два зубчика хватит. Лук там есть, масло, за соевый соус и уксус. Где? Я потерялась. Я потерялась. Ой. Что хочу рассказать. Был у нас внучок. До этого звоню внучку и говорю. Ну, подарки-то хоть понравились младшим. Он говорит, баба, я ему еще... А, ну все, началось свинство. Сейчас, подождите, я подвинусь. Мне вечно места мало. Я еще не показывал братику подарки. Я говорю, почему? Отдай, это же его подарки. У меня сразу, знаете, это так напрягло. Опять 25, думаю. Потом, когда мы будем с мамой и Ярик, и я, тогда я отдам. А сейчас, говорю, что случилось? Я тебе забыл сказать, у нас гости. Я говорю, какие у вас гости? Мамина подруга с двумя маленькими детьми. И они у нас будут долго. Я говорю, что-то я не помню такую подругу у мамы. Ну, назвала там имя, не буду называть. Еще и с маленькими детьми. Но она это, с ее работы. Она работала вот буквально ну, с полгода, наверное. Уже сейчас не работает. Ну, ладно, это ее дело, господи. С одной стороны, лучше пусть дома сидит, порядок наводит. Для меня так лучше, знаете... Чтобы дети были под присмотром, они одни оставались. Ну вот, это подруга с двумя маленькими детьми. Представляете? У них будет, пока не купит квартиру. Я говорю, ну как она купит квартиру, если она даже, ну, нет денег снять квартиру. Ну это ладно, это тоже ее дело.
кого хочет, она приглашает. Главное, ее новый муж согласен, одобряет. Говорю, он одобряет? Одобряет. Но как бы все равно психует, потому что человек работает по сменам, надо отдыхать. Я говорю, а где вы спите, куда она расположила? В их комнату детскую она расположила подругиных деточек. Ну, видать, там и подруга. А мои внуки спят в зале на диване вдвоем. Хотя они уже давно любят отдельные кроватки, спят всегда отдельно. Ну ладно. Ну я не знаю, ребята, ну у меня вот такое чувство, вот знаете, я не знаю, я, ну, хорошо, ну пустила ты человека, да, ну выдели ей зал там, не знаю. Ладно. Он говорит, что они очень громко себя ведут, там, дети истеричные, орут. Вот, вот так жалуются, у него голова болит. Вообще у нас старший, он вообще с Кесарева родился и был сутки, не дышал, он был под аппаратом. У него, как у мамы, внутричерепное. Он не любит вот эти, когда много людей, у него головокружение начинается, когда, вы знаете, скопление людей, маленькое помещение, вот эта духота, жара. Он почему у нас даже в этот... Как сказать вам? Даже вот холодно, я говорю, оденься, оденься. Он вот, ну, максимум футболку. Он не может ходить одетый. Ему, ну как, нужно постоянно... Как будто на него одежда давит. Вот так вот я вам скажу. Ну, в общем, короче, ребенок, как сказала, она потом звонила, я говорю это. А, она, когда, типа, он приедет? Я говорю, ну, привезет сейчас отец или дед. Она говорит, ну, я не дома. Говорит, пусть он домой едет. Я говорю, с мамой сам разговариваю. Тот ее спрашивает, мам, а кто дома? Потом, с теми малявками? Я, говорит, не поеду домой, говорит, пока ты не приедешь. Все. Она говорит, привези там, где я сейчас, короче. Ну, другой там адрес, я не знаю, она там у сестры брала, была или не у сестры. Короче, ребята, я вам тут говорю, а муж-то жрать хочет. Я потом, я говорю... взяла трубку, говорю, мне сказал, что у вас гости, внучок, что громкие сильно, смехом. Она, ничего они не громкие. Этот все слышит, малой. И такой, знаете, мне так на полном серьезе говорит, баба, я типа теперь верю, что мама может приврать. Вот так вот, знаете, у него вот такое, знаете, пошатнулось доверие, что такое отношение, знаете, вот... Потому что он же ей тоже жаловался. Ну, знаете, подруга значит дороже с детьми, чем собственные дети. Вот и все. Я ничего против не имею. Да, конечно, надо выручать. Но подруга, с которой работала полгода, знаете, она там ни с садика с ней, ни со школы. Не знает, что за человек. Оставляет ее абсолютно одну дома с двумя детьми. А, я еще спросила. Слушай, маленькие дети, это же надо кушать, готовить. Вас двое, четверо детей. Да, говорит, она готовит. Она все нам и варит. Я говорю, и убирается, да. Человек ее, принял, он ей помог. Но мне кажется, с целью, что она будет хозяйственным бытовым заниматься. Пока квартиру, конечно, не купит. Пока это мужу, наверное, ее не надоест новому. Так, все, сейчас чесночок. Чесночок натрем. Перчика еще такого насыпем. Вот так вот, товарищи. Соли чуть-чуть. Так, где моя терка? Терочка здесь у меня. У меня все под рукой, все горой. Когда я все распихаю, наверное, когда сделаю ремонт на кухне, новую кухню возьму. С объемными шкафами. Хотя по отдельности предлагала вот стол-тумбу такую купить. И сюда можно еще навесные шкафчики. Не хватает мне куда убирать. Так, все. Все, девочки и мальчики. Опа, опа. Америка, Европа. Салатик готов. Ой, сейчас я его чуть-чуть подмешаю. И мы его потрясем. Старшой меня обожает такие салатики. Па-на-на-на-на. Ламбада. Па-ра-ра-ра-на-на-на-на. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Ту-ту-ту-ту-ту. Все, мы будем кушать. Приятного всем аппетита. Кстати, что вы думаете вообще об этом? Об этой ситуации. Еще одна новость. У меня племянница, сестры, дочка, тоже в больницу загремела.
Ребята, объясните мне, что такое панические атаки. Нет, я представляю, что такое панические атаки. Я знаю, что они есть. Но вот от чего они? Как от них избавиться? Вот. Знаете, человеку ни уговорами, ни... Ну, это такие истерики, и вот человеку прям плохо. На мне плохо, мне плохо. Не знаю, надеюсь, ей помогут в больнице. Дай бог. Ладно, всем пока. Пишите комментарии. Мне очень будет приятно ваш... Ну, просто почитать, что вы думаете. Может, какой-то совет дадите как-то, я не знаю. Вот. Вот такая жизнь наша. Вот такой стол, ребята, у нас получился. Вот эта рулька копченая, которую мы в фикс-прайсе брали, она как холодец, сейчас будем пробовать. Картошечка, это вот остатки с окурочкой, с окорочками, курочкой. Это у нас этот, как его, салатик, а потом варенички. Это сюда будем мазать, маслинки. Ой, ребятушки, вот смотрите, какую мне швабру муж подарил. Короче, она сама отжимается. Вот. Ну, я еще сегодня полы не пробовала мыть. Короче, как буду мыть, покажу вам. В коротком видео, наверное, скорее всего. Как она работает. Сейчас поздно вечер уже. У меня садится зарядка. Вот. Что еще хотела сказать? Ну, опять поругалась с мужем. Короче, мне его ревность уже достала. Честно говоря. Да, за ужином поругались. Лучше бы я включила съемку, как мы ужинали. Может быть, и не было этого скандальчика. Ну, я сильно обиделась опять. Короче, ладно, завтра разберемся, короче. Всем спокойной ночи.